Welcome to our webinar. Добро пожаловать на наш вебинар. Меня зовут Дмитрий Сгурбис, и я являюсь председателем Европейского общества менопаузы и андропаузы, ЕМАС. И сегодня вместе с нашим предыдущим председателем, профессором Антонио Кано и доктором Антониной Сметник, мы проведем эту встречу, покажу вам 10 главных вебинаров ЕМАС. За предыдущий год мы организовали серию популярных вебинаров и опубликовали некоторые методические рекомендации по тому, как нужно работать с женщинами и мужчинами. И на этих вебинарах мы покажем вам топ-10 вебинаров в течение 60 минут. У вас будет возможность получить новую информацию по самым важным темам, по менопаузе и андропаузе. Все и относится к доказательной медицине. И, кроме того, мы ответим потом в живой сессии на ваши вопросы. Для вашего удобства вы можете присоединиться к утренней сессии или к вечерней сессии. И обе сессии будут переводиться на испанский, мандарин, русский и португальский. И теперь, без задержек, давайте мы перейдем к нашим темам. На протяжении многих десятилетий несколько стран включили регуляторные данные по беременным женщинам в свои законы. И сейчас происходит похожее с кормящими женщинами. Но, с другой стороны, очень мало было сделано для женщин, которые переживают менопаузу. Особенно это касается их рабочих мест. И ЭМАС, и именно профессор Маргарет Рейс проявили инициативу и собрали важную информацию для того, чтобы предложить реалистическое решение для этой очень чувствительной темы. Пожалуйста, вы можете зайти на интернет-страничку EMAS, emasonline.org, и можете почитать «Менопауза на рабочем месте», и там есть рекомендации по менопаузе на рабочем месте. В 2020 году было 650 тысяч женщин в возрасте 55-69 лет, которые находились в менопаузе. И хотя обычно у нас естественный образ наступления менопаузы 51 год, тем не менее она может наступить раньше из-за применения лечения, из-за операции. И у некоторых женщин нет никаких проблем из-за менопаузы, но у других могут возникать большие проблемы и на работе, и в личной жизни. И сейчас предпринимаются различные политические меры для того, чтобы помочь женщинам в этой ситуации, и проводятся исследования в зависимости от их возраста, пола и их репродуктивного здоровья. И вы здесь можете также найти опрос, и этот опрос посвящен тому, есть ли у вас в организации какая-то политика в отношении менопаузы. И вот здесь вы можете посмотреть текущие результаты и что-то добавить. 7 сентября мы отмечаем Международный день менопаузы, и рабочий день, и мы стараемся в этот день поднять осведомленность о менопаузе на рабочем месте для того, чтобы снизить стигму и снизить эмоциональное давление. Менопауза зависит от пола и от возраста, и когда мы работаем с последствиями, очень важно, чтобы мы продолжали инклюзивную работу. Наши амбиции 7 сентября превратить в долгосрочную платформу, на которой мы образовываем менеджеров, супервизоров, специалистов в сфере здравоохранения и в целом сотрудников и рассказываем им про менопаузу. Вы можете почитать о менопаузе на рабочем месте, сбор доказательств, изменение рабочего места, поддержка женщин. И это обзорная статья, опубликованная в Maturitas. И, кроме того, у вас будет доступ к данным по менопаузе. И здесь вы видите устав по менопаузе и работе. Он нужен для того, чтобы
поднять узнаваемость и увеличить количество знаний о менопаузе на рабочем месте и рассказать про различные политические меры и ограничения и их влияние на благополучие в корпоративной культуре. Вы можете также загрузить менопауза на первый взгляд, и вот вы здесь можете посмотреть иконографику, и здесь вы видите основные рекомендации по менопаузе на рабочем месте. И дополнительно вы можете прочитать несколько пресс-релизов для того, чтобы быть лучше проинформированными и для того, чтобы вы могли лучше общаться с пациентами. Вы можете также загрузить вот это руководство 2021 года. Там общие указания по менопаузе, симптомы и влияние на работу и личную жизнь. И у вас будет разрешение использовать инструмент для самооценки. И этот инструмент очень короткий, он в основном для менеджеров, для того, чтобы они могли создать более дружелюбную среду для женщин с менопаузой. И вы будете проинформированы о статистике населения. Здесь вы видите рекомендуемые ресурсы и страницы интернета, связанные с менопаузой на рабочем месте. Вы можете почитать доказательства от профессора Катлин Рияч от лица Международного консорциума менопаузы и работы. И вы можете посмотреть полностью все вебинары по менопаузе, которые у нас состояли 7 сентября 2021 года во время 13-го конгресса по менопаузе и андропаузе. И вы можете найти обновленные доказательства по менопаузе на рабочем месте. И вы здесь видите обновление. И, наконец, вы получите доступ к рекомендациям, организациям, которые не входят в ЕМАС, то есть различные сообщества и организации поддержки. Пожалуйста, не упустите эту возможность посетить сайт ЕМАС и получить вот этот доказательный материал для себя и своих пациентов. Проблемы, связанные с расстройством менструации, очень часто встречаются у женщин во время менопаузы. И контрацептивы могут помочь откорректировать эту ситуацию. Но какое у нас состояние костей? И что бывает, если используются оральные контрацептивы? Как это влияет на крепость костей? Сейчас профессор Антонио расскажет об этом. Сегодня я расскажу вам об очень важной теме для женщин период менопаузы, потому что очень часто, когда бывают менструальные расстройства, женщины принимают оральные контрацептивы. Они очень часто их назначают перед менопаузой. И какое их влияние на здоровье костей? И в первую очередь я хочу вам показать данные исследования. И здесь вы можете увидеть, что было 2300 женщин. И вот здесь слева вы можете увидеть профиль различных гормонов, и которые они принимали. И вот здесь вы можете посмотреть влияние уровня гормонов на минеральную плотность костей. И вот здесь вы можете посмотреть, чем выше уровень этого гормона, то мы можем сказать, что низкий уровень эстрогенов, конечно, влияет очень сильно на плотность кости. Вот здесь низкий уровень эстрогенов, и он связан с низким уровнем плотности, минеральной плотности костей. И вот тут справа вы можете увидеть, что эти женщины страдают от менструального расстройства, и у них еще есть эстрогены, но очень низкий уровень по сравнению с общим населением. То есть эти женщины
скорее всего, могут тоже страдать от проблем с костями. Таким образом, иногда контрацептивы действительно нужны, а иногда нет. И каким образом мы должны различать контрацептивы? И мы должны оценивать уровень эстрогена. Вот, например, здесь вы видите оценку прогестерона, и вот вы можете увидеть, что женщины, использовавшие этот продукт, 4000 женщин, сравнивались с тем же количеством женщин, которые не использовали гормона, и риск составлял 1,72. Женщины эти были в поздних репродуктивных годах, то есть предменопаузальные. И здесь во второй группе уровень был 3,4, то есть женщины были моложе, чем 30 лет. Но что же у нас с теми женщинами, у которых низкий уровень эстрогена, которые используют эстрадиол, и в этом случае... Здесь не такая четкая ситуация. Вот, давайте посмотрим небольшое совсем исследование, всего 12 женщин, и они использовали комбинированные гормональные контрацептивы, то есть этинил, эстрадиол, и вот было небольшое понижение состояния костей позвоночника, шеи и бедра, и сейчас, например, можем здесь посмотреть позицию ЕМАС. Она была выпущена вот в этой директиве, и ЕМАС заявила, оральные комбинированные контрацептивы хорошая общая опция для женщин, у которых есть менструальное расстройство, и если они сталкиваются в том числе и с изменениями, связанными с костями. То есть, если у них низкий уровень эстрогенов. Но бывает, что это не лучшая опция, потому что мы знаем, что иногда эстрадиол – это лучший выбор, то есть продукты, которые включают эстрадиол. Но если мы говорим про оральные контрацептивы с эстрадиолом, то они могут быть приемлемой опцией в этом случае. Спасибо. А давайте теперь поговорим про характеристики женщин. У нас существует тут несколько опций гормональной терапии. Если мы говорим про рак молочной железы, конечно, это основной страх женщин, которые используют гормональную терапию, но мы должны понимать, что гормоны разные, и они по-разному влияют на безопасность молочной железы. Итак, доктор Антонина Медник поделится с нами доказательствами. Уважаемые коллеги, я бы хотела поблагодарить Европейское общество менопаузы и андропаузы за возможность участвовать в этом вебинаре. Молочная железа – это целевой орган для многочисленных гормонов и факторов роста. В начале 2000-х было значительное понижение количества менопаузальной гормональной терапии из-за первых результатов исследования WHI, которое показало, что комбинированная менопаузальная гормональная терапия повышает рак развития рака молочной железы. Отдельный риск развития рака молочной железы у женщин, которые используют эстроген и медроксипрогестерон, составляла 1,26, то есть это ниже, чем один дополнительный случай среди тех, кто использует этот препарат. Однако снижался риск, если использовался только эстроген после гистероктомии, и не было повышенного риска, если использовалась гормональная терапия впервые. И в соответствии с когортным французским исследованием и еще одним исследованием с Финляндии, эстроген и прогестерон или эстрогенно-дидрогестерон не были ассоциированы со значимым повышением риска рака молочной железы. И в соответствии с контролируемым исследованием,
которая включала больше 98 тысяч случаев, и там было 457 тысяч контролируемых случаев. Не было разницы, если использовался эстроген, эстрадиол, дидрогестерон или тибален. И большинство женщин использовали комбинированную гормонально-заместительную терапию, которая была связана с небольшим повышением риска развития рака молочной железы. И риск повышался с возрастом женщины, и снижался риск для, и также снижался риск для женщин в возрасте 50 лет по сравнению с теми, кому было 60 или 70. Длительность лечения. И при этом снижался риск, если использовалась гормональная терапия на протяжении малого количества времени, то есть менее 5 лет, по сравнению со сроком более 5 лет. Текущее или недавнее лечение гормонально-заместительной терапии, и здесь повышался риск по сравнению с теми, кто использовал более 5 лет назад тип прогестагена в комбинированной гормональной терапии. Самый высокий риск был у норитестерона и самый низкий у дидрогестерона. И исследование подчеркивает, что некоторые женщины, которые никогда не использовали гормонально-заместительную терапию, тем не менее у них все равно развивается рак молочной железы. Если мы берем группу женщин в возрасте 50 лет, из 10 тысяч у 26 все равно в год будет развиваться рак молочной железы. Получается, гормональная заместительная терапия связана с 9 дополнительными случаями рака в год, то есть меньше, чем в одном случае из 1000. Повышенный риск был в основном связан с комбинированной гормональной заместительной терапией и с типом прогестагена. Женщины, которым в возрасте 50 лет, у них не было дополнительного риска, если гормональная заместительная терапия была остановлена 5 лет назад, дополнительный риск у женщин в возрасте 60-70 лет минимален. Не было повышенного риска рака молочной железы, если женщина в настоящий момент принимала гормонально-заместительную терапию на протяжении одного года или меньше. Предыдущий опыт, если был только эстроген, и если использовалась комбинированная заместительная гормональная терапия, но на протяжении короткого времени. Различные типы комбинированной гормонально-заместительной терапии имели разный риск. Самый низкий был у дидрогестерона, но он назначается не так часто, как прогестаген, с более высоким риском. Что важно, врачи должны обсуждать преимущества и риски гормонально-заместительной терапии с женщинами, которые страдают от симптомов менопаузы. Гормональная заместительная терапия может очень серьезно повлиять на эти симптомы, и исследования показывают, что риск рака молочной железы снижается. И результаты могут нам помочь выбрать правильную терапию и длительность терапии. Существует несколько методических рекомендаций, которые посвящены менопаузе. И было выпущено методические рекомендации, которые посвящены всей менопаузе. Группа исследователей из Европейского общества менопаузы и антропаузы предоставила обновленный подход к женщинам в середине жизни, и там в основном делается акцент на конец репродуктивного цикла, то есть женщины, которые переживают менопаузальный переход и время около него. Вот мы с вами здесь можем посмотреть этот документ, который был выпущен Европейским обществом менопаузы и андропаузы, и вы здесь видите обновленные пути, подходы к методическим рекомендациям, делается здесь акцент на женщинах, у которых конец репродуктивного цикла, который проходит через менопаузу, и этот документ был написан профессионалами, теми, кто занимаются женским здоровьем. Здесь есть индивидуализированный подход, и разделены они по симптомам, по репродуктивным потребностям. Описывается скрининг, который необходим для хронических заболеваний. Описаны в том числе и возможности лечения в климактерическом состоянии, гормональные варианты и негормональные варианты, например, изменение образа жизни. Необходимо обязательно подстраивать терапию под потребности пациента, и
тут должен предлагается холистический, сбалансированный подход работы с женщинами в этом возрасте, который помогает эффективно решать проблемы со здоровьем, помогать им стареть здорово. И вот здесь информативный текст иллюстрируется различными таблицами и картинками, и вы можете здесь увидеть финальный менструальный период, который описывает менопаузу. То есть естественная менопауза у нас обычно где-то начинается в 55 лет. У нас здесь такой более привычный интервал 50-51 год. Те, у кого есть ранняя недостаточность яичников, они могут столкнуться с ней в 40 лет. И если до 45, ну, старше 40, это ранняя менопауза. Здесь представлены рекомендации по образу жизни для тех, кто столкнулся с этой проблемой, и каким образом можно предотвратить развитие этих осложнений. И здесь это все можно суммировать вот в этой таблице. И, наконец, вот здесь обновленная таблица менопаузальной гормональной терапии. Здесь полный список всех вопросов, которые обсуждались в этом документе, и кратко. Менопауза становится результатом нормального старения яичника и заканчивается уже работа фолликулов, и снижение концентрации эстрогенов ассоциировано с симптомами менопаузы, такими как приливы, проблемы со сном, боли в суставах, расстройство на старение и вульвовагинальная атрофия. Бывает в том числе и ятрогенная недостаточность яичников, и это также требует менопаузального гормонального лечение хотя бы до наступления спонтанной менопаузы. Пострепродуктивное здоровье часто страдает из-за проблем, связанных с менопаузой, такими как остеопороз, сердечно-сосудистые заболевания и снижение когнитивных функций. Работа с женщинами, которые переходят к менопаузе, должна проходить индивидуально. Необходимо учитывать их профиль рисков и их потребности. И вот этот документ вы можете бесплатно загрузить. Пожалуйста, не теряйте эту возможность ее прочитать. Женщины в период менструации находятся в зоне большого риска. То есть в период 45-55 они очень часто могут набрать лишний вес. И варианты их лечения – это сложные задачи. Сейчас профессор Антонио расскажет нам о том, что нам делать и чего нам стоит избегать. Тема этой презентации – это работа с лишним весом во время менопаузы. Это важно, но не только по эстетическим причинам, но и потому, что там есть очень важные метаболические причины. Что мы будем делать? Тут нам необходимо обсудить принципиальные моменты, то есть в первую очередь нам необходимо обсудить, каким образом накапливается вес в период менопаузы. Затем мы посмотрим гормональные причины и потом посмотрим, каким образом влияет гормональная терапия. Потом мы посмотрим дополнительные опции и в особенности роль диеты в данном случае средиземноморской диеты. И я хочу начать вот с этого слайда. Это исследование женщин и оценивались их гормоны и также количество жира, то есть количество лишнего жира. И вы вот можете здесь увидеть, если мы сравним с точкой 0, вот у нас идет здесь повышение массы жира. Начинается оно за несколько лет перед менопаузой. Но как только наступает менопауза, тут же идет прямо резкое накопление жира. И это приводит к глобальному накоплению жира, который накапливается в области живота. То есть это имеет очень важные метаболические причины.
И вот у нас здесь приведено гормональное объяснение. Мы с вами знаем, что снижается выработка эстрогенов, но нет особого изменения выработки андрогенов. То есть таким образом баланс, вот, сочетания эстрогенов и андрогенов меняется, и в итоге начинает повышаться центральное висцеральное ожирение. И это тоже доказано на нескольких экспериментальных моделях. И это повышение веса, накопление жира связано также с повышением выработки инсулина, который также вызывает другие причины, другие последствия метаболического синдрома, такие как дислипидемия, дисглицемия, повышенное давление. Но это не единственная причина, почему происходят такие изменения. Мы знаем, что женщины, которые используют менопаузальную гормональную терапию, у них ситуация улучшается, но все проблемы решить не получается. И вот это показано здесь на этом слайде. Мы здесь видим данные по исследованию. Мы видим 820 женщин, которые приняли участие в исследовании HOPE, и их делили по разным комбинациям гормональной терапии или плацебо. Мы можем здесь увидеть, что была разница в ответе на обе комбинации. И тем не менее, у всех у них была разница по сравнению с группой плацебо. То есть, получается, есть эффект гормональной терапии, но его недостаточно. То есть, нам нужно что-то еще, допустим, физические упражнения, диета, это тоже очень важно. И сейчас я вам покажу некоторые данные по влиянию средиземноморской диеты на и метаболического синдрома. И вот здесь метаанализ. Можем посмотреть здесь частоту метаболического синдрома и случай контролируемого исследования. Вот здесь общие показатели, и идет снижение на 27% количества метаболических синдромов. Это тоже важно с точки зрения окружности талии, например. Вот вы можете здесь посмотреть исследования. В них во всех оценивалось влияние на окружность талии. Мы можем увидеть, что здесь разница 18% в периметре талии у этих женщин. То есть в заключение могу сказать, что да, действительно распространенная ситуация, есть метаболические причины, это можно улучшить с помощью гормональной терапии, но тем не менее часто нужно еще дополнительное использование, например, диеты, средиземноморской диеты и дополнительных мер, которые могут помочь, например, физические упражнения и так далее. Начало и длительность гормональной терапии было предметом обсуждения на протяжении длительного времени. И сейчас мы понимаем, что у нас есть окно возможностей. Доктор Антонина Сметник расскажет нам о необходимых доказательствах, которые помогут принять правильное решение. Уважаемые коллеги, я бы хотела поблагодарить Европейское общество менопаузы и андропаузы за возможность поучаствовать в этом вебинаре. Вазомоторные симптомы являются ранними признаками риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульт, инфаркт, переломов и снижение когнитивных функций. Гормональная терапия помогает снизить смертность на 30% и уровень сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с плацебо и отсутствием лечения. Как показала Американская ассоциация в своем исследовании, которое было проведено в 2021 году, менопаузальный переход ускоряет риск сердечно-сосудистых заболеваний. И, кроме того, терапия в настоящий момент является единственным вмешательством, которое снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета у здоровых женщин.
Как говорится в клинических рекомендациях ЕМА с 2018 года, гормональная терапия положительно влияет на гомеостаз глюкоза у женщин с и без диабета. Если вовремя начать менопаузальную гормональную терапию, это может замедлить развитие диабета типа 2. Оральное применение считается предпочитаемым, если только нет абсолютных противопоказаний. И среди доступных, хорошо изученных прогестагенов, которые используются как часть терапии, лучше выбирать прогестагены. И, как показывают нам публикации, правильное применение гормонально-заместительной терапии снижает риск переломов у женщин с менопаузальным синдромом. То есть защищает от переломов костей, но этот защитный эффект зависит от дозы. То есть он повышается по мере накопления дневной дозы и правильного применения. И если начинают использовать гормональную терапию в начале менопаузальных симптомов, то можно увидеть хороший эффект защиты от перелома. Гормональная терапия может предотвратить потерю коллагена, улучшить удержание воды и увеличить плотность кожи. Кроме того, постепенная потеря функции яичников является одним из факторов, который делает свой вклад в развитие сексуальной дисфункции у женщин. Из-за этого ухудшается сексуальная функция и репродуктивный возраст старения женщины, в которой она находится. Использование комбинированного эстрадиол-дидрогестерона, гормональной терапии в этот период может положительно повлиять на сексуальную функцию. Наблюдательные данные говорят нам, что более молодой возраст может быть ассоциирован с положительным эффектом гормональной терапии. Если же прекращается использование гормональной терапии в более поздних годах, может повышаться риск деменции. Функциональные МРТ-данные показывают, что улучшается эффективность функции мозга с точки зрения удержания внимания у женщин после менопаузы, у тех, кто использует эстрадиол. Хирургическая менопауза увеличивает риск болезни Альцгеймера на 70%. И если же назначается гормональная терапия до возраста 50, то этот риск удаляется. Гормональная терапия может корректировать состояние памяти, но улучшение понимания может возникать из-за улучшения в том числе и других симптомов. То есть идет воздействие на потерю памяти и работа с приливами. Кроме того, если назначается гормональная терапия до 50, это когортное исследование, это очень важный фактор длительной жизни. Спасибо за внимание. И одна из важнейших причин включить прогестаген в лечение менопаузы – это необходимость избежать гиперплазии эндометрия. Когда мы принимаем решение, нам нужно решить, что мы используем, на какой период времени и какой путь применения. Профессор Антонио Кано расскажет нам о различных возможностях. Использование прогестагена – это очень важная тема, но не только потому, что он нам нужен для защиты эндометрия, но и потому, что он имеет очень важное метаболическое влияние. И я покажу вам всего 4 слайда, где содержится основная информация по прогестагенам. И давайте мы вернемся немного назад к нашим изначальным публикациям по этой теме. И там оценивалось влияние эстрадиола по сравнению с разными прогестагенами. Вот мы видим, например, норисиндрон и прогестерон, и сравнивалась техника и индекс эпителия. И вот вы можете здесь увидеть, что разные были способы лечения. И вот, например, тот случай медроксипрогестерона, ацетата, и контролировалась пролиферация. То есть это очень важно, потому что есть также и метаболическое влияние. Вот вы можете посмотреть здесь, на этом слайде, и здесь показан рецептор.
То есть здесь ядро рецептора и мембрана. И поэтому здесь есть большое количество различных функций. Вот мы можем посмотреть влияние на нервную систему, на нейрорецептор и влияние на уровень тревоги, депрессии, на статический эффект и на уровень сна. Очень важно сравнивать эти препараты с прогестагеном, и это также очень важно в случае, например, онкологических пациентов, то есть влияние на онкологию. Вот здесь видите еще одно исследование, и здесь рассматривались разные прогестины и оценивался риск развития рака молочной железы. Вот можно здесь посмотреть различные варианты гормонов. И здесь была очень важная разница. Не было повышения уровня эстрадиола. И вот видите, здесь тоже есть разница, если мы говорим про медроксипрогестерон. И мы видим здесь в том числе повышение за несколько лет. И вот тут идет у нас параллельное движение. Посмотрите, насколько здесь отличается дидрогестерон. То есть он очень важен не только метаболически, как я показывал, но и с точки зрения онкологического влияния. То есть это важно. И мы можем здесь посмотреть исследование третьей фазы. То есть здесь достаточно этих гормонов для контроля пролиферации. Это исследование, в котором оценивалась гиперплазия, пролиферация эндометрия, полипы. 1 миллиграмм эстрадиола плюс 100 миллиграмм микронизированного прогестерона и плацебо. Вот тут вот, не было разницы. И это очень важно сказать, что прогестины очень важны, и они крайне важны для контроля пролиферации, но их нужно очень правильно выбирать, когда мы говорим про метаболические аспекты. Для того, чтобы лучше всего заботиться о женщинах во время менопаузы, специалисты здравоохранения должны получить правильную подготовку. То есть студенты и аспиранты в своей программе мало знакомятся с этой темой. Тема менопаузы и менструации – это состояние жизненного цикла, который происходит у всех женщин. Когда мы говорим про здоровье до менопаузы или после менопаузы, это ключевой аспект здравоохранения, а не только гинекологии. Цель этого исследования была дать рекомендации по образовательным программам для профессионалов в области здравоохранения, для того, чтобы все могли получить подготовку по менопаузе. В 2015-м были опубликованы методические рекомендации для студентов по всему миру и то, что они должны знать о репродуктивном возрасте, о менопаузе, о здоровье. И в 2022 году в этой программе учитываются рекомендации и включены новые варианты лечения. Они применимы для образования на любом уровне, включая и студентов, аспирантов и программы специальной подготовки. Тексты в том числе и сопровождаются таблицами и картинками, и на этих картинках вы можете увидеть рекомендации, каким образом можно работать с менопаузой. Может это подойти в основном для студентов. И вот здесь, на этой картинке, вы видите программу для специалистов в области здравоохранения. В целом, хочу сказать, что работа с менопаузой и со здоровьем во время менопаузы – это очень важная область всего здравоохранения. То есть у женщин должен быть доступ к точной информации и иметь возможность получить совет по тому, как оптимизировать их жизнь во время менопаузы, до и после. Некоторым людям нужно дополнительное внимание
и не должны участвовать специалисты разных областей. Это женщины, у которых хронические заболевания, недостаточность яичников, ранняя менопауза или уже имеющаяся инвалидность, а также трансгендеры и неопределившиеся. Специалисты области здравоохранения должны основываться на доказательной медицине и отправлять специалистам, если возникнет такая необходимость. Вы найдете всю эту информацию в этом исследовании, и уже британское менопаузальное сообщество приняло этот документ, и Европейский колледж акушерства и гинекологии, Европейское сообщество эндокринологов и Федерация Латинской Америки по менопаузе. И это исследование можно загрузить бесплатно. То есть, пожалуйста, не теряйте, не упускайте возможность прочтить его. Помимо основных преимуществ, менопаузальная гормональная терапия может также улучшить здоровье костей, хотя и не назначают ее для этих целей. Профессор Антонио расскажет, каким образом гормональная терапия может помочь в лечении остеопороза. Использование менопаузальной гормональной терапии в лечении остеопороза – это очень интересная тема, потому что когда она назначается в этот период, то есть мы говорим про период после менопаузы, где-то 10 лет, ну, то есть примерно до 60 лет. И мы видим, что есть преимущество не только в моменте, но и потом. И мы предлагаем этот вариант. Я вам покажу сейчас исследование, потому что есть еще и дополнительные преимущества. Вот здесь слайд, который был представлен WHI. И это исследование, в котором участвовали 16 женщин, была рандомизация, эстроген, прогестин или группа плацебо. И здесь вот были, оценивались переломы позвоночника, снижение. И здесь общее количество переломов. Вот результат. То есть это то, с чем мы сталкиваемся. Но не только. Я покажу вам на этом слайде, что этот эффект сохраняется на более длительное время. Вот, смотрите, здесь наблюдались женщины, которые участвовали в этом исследовании, и за ними наблюдали на протяжении нескольких лет. Вот тут две группы исследуемых. С одной стороны плацебо, и с другой эстроген плюс прогестин. И видно, что здесь не было разницы. То есть не снижается преимущество по сравнению с теми, кто получает комбинацию гормонов. И вот другая группа, здесь рандомизация была группа плацебо или только эстрогены. И здесь вы можете посмотреть метаанализ. Он включает в себя 28 исследований. И оценивался риск перелома. То есть оценивались снижения перелома в целом. И поэтому оценивалось преимущество менопаузальной терапии для лечения остеопороза. И вот здесь вы можете посмотреть гормональная терапия. И вот у нас здесь переломы не позвоночника. И мы видим преимущество гормональной терапии у базы доксифена и даже у резидроната. И, наконец, я хочу сказать, что да, это хороший вариант. И вот мы здесь можем тоже здесь посмотреть. У нас есть окно возможностей, где-то 50-60 лет. Вот здесь мы можем посмотреть две таблички. В первой мы видим женщин, которые используют комбинированные эстрогены и плюс медроксипрогестерон. И вот вы видите снижение по всем переломам. И вот это важный момент, снижение смертности.
по исходам, но мы видим, что у нас здесь повышается риск рака молочной железы, тромбозов, инсульта и коронарных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Если же использовалось только эстрогены, то вот давайте посмотрим, здесь синенькие колоночки сохраняются, только одна сохраняется колоночка риска, то есть по глубокому тромбозу, но мы знаем, что этот риск можно снизить, если мы используем трансдермальные эстрадиолы. То есть это отличный вариант, потому что есть преимущество для женщин в этот период их жизни 50-60 лет. Спасибо. Сердечно-сосудистые заболевания очень важны для женщин по всему миру. Назначение гормональной терапии должно, конечно, рассматриваться индивидуально, но оно может снизить смертность и заболеваемость. Если назначается в ранний постменопаузальный период, давайте обсудим доказательства. Сердечно-сосудистые заболевания очень беспокоят женщин, которые входят в период менопаузы. И у женщин к этому возрасту повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, то есть там это связано с дислипидемией, с повышением количества жира, с неалкоголической болезнью печени. Однако есть и независимая взаимосвязь между менопаузой сама по себе и повышение риска сердечно-сосудистых заболеваний, но только для ранней менопаузы, то есть менее 45 лет. Менопаузальная гормональная терапия позволяет снизить большую часть факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, которые упоминаются выше. Трансдермальные эстрогены являются предпочитаемым способом, поскольку они не увеличивают концентрацию триглицеридов и они не ассоциированы с повышенным риском тромбоэмболических явлений. Раннее назначение нужно рассматривать на индивидуальной основе, и оно может снижать уровень смертности и заболеваемости, если используется во время раннего постменопаузального периода, то есть менее 60 лет, или в течение 10 лет после последней менопаузы. У женщин, у которых есть ранняя недостаточность яичников, необходимо их назначать, по крайней мере, до среднего возраста менопаузы, то есть 50-52 года. Менопаузальная гормональная терапия противопоказана у женщин, у которых есть в анамнезе тромбоэмболические проявления и сейчас не назначаются только для цели предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний. Риск рака молочной железы обычно низкий и обычно связан с прогестогенами. Микронизированный прогестоген связан с более низким риском по сравнению с остальными видами прогестогенов. И здесь вот на этой таблице вы видите в целом обзор влияния гормональной терапии на сердечно-сосудистый риск. И, как вы можете увидеть, менопаузальная гормональная терапия, особенно трансдермальный путь, имеет хороший эффект на профиль липидов, на гомеостаз глюкозы и на висцеральный жир. Окно возможностей должно всегда рассматриваться. Менопаузальная гормональная терапия может снижать сердечно-сосудистые заболевания, смертность и заболеваемость, если она назначается в ранний постменопаузальный период, то есть менее 60 лет или в течение 10 лет после последнего менструального периода. Мы уже вместе обсудили эти важные темы, такие как, например, риск рака молочной железы, который минимизируется, когда используется микронизированный прогестаген. И вот здесь, на этом графике, вы видите алгоритм оценки сердечно-сосудистого риска и личного вмешательства у постменопаузальных женщин. Лечение на основе эстрогена назначается женщин, у которых есть сильные менопаузальные симптомы в течение 10 лет после их последней менструации, или если у женщины есть ранняя недостаточность яичников, или во время ранней менопаузы. Наконец, хочу сказать, что переход к менопаузе
связан с повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний, висцеральном ожирении и влияния на гомеостаз и увеличение давления. Однако сама по себе менопауза, не было доказано, что сама по себе менопауза ассоциирована с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. И ранняя недостаточность яичников связана в том числе и с повышением заболеваемости и смертности. Менопаузальная гормональная терапия является традиционным, имеет различный эффект, и оно зависит от пути назначения, от дозы и от типа прогестогенов. Менопаузальная гормональная терапия может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, если она назначается в течение 10 лет после последней менструации или у женщин, которым менее 60 лет, и у которых средний сердечно-сосудистый риск. Однако менопаузальная терапия не должна назначаться только для того, чтобы предотвратить сердечно-сосудистые заболевания. В любом случае, необходимо проводить рандомизированные контролируемые исследования трансдермального эстрогена для того, чтобы доказать эффективность и безопасность с точки зрения сердечно-сосудистой системы и риска развития рака молочной железы. На этом мы заканчиваем нашу презентацию, и я надеюсь, что вам понравились наши 10 вебинаров. Профессор Сметник, Антонио и я ответим на ваши вопросы. Вы можете их писать в графе вопросы-ответы внизу в Zoom. Мы переходим к нашей живой сессии, и, как я уже сказал, наши уважаемые профессора с огромным удовольствием ответят на ваши вопросы. Антонио, спасибо, что вы присоединились, и наши сотни участников, которых я здесь вижу. Я не знаю, можно ли сказать доброе утро сейчас, или какое у нас сейчас время. Да, у всех разное. У нас очень сложный мир, но спасибо технологиям, и мы можем сегодня подключиться ко всему миру. Отлично. Я вот вижу сейчас некоторые вопросы. Один над Миланой. Возможно ли использовать диногест как часть гормональной терапии, сочетать с эстрогенами у женщин с эндометриозом? То есть беспокойство именно у женщин, у которых эндометриоз, и здесь, конечно, беспокоится, что будет реактивация заболевания, и тут всегда есть определенный риск злокачественных преобразований. Не сказать, что у нас тут, у нас ограничены здесь данные, но дело в том, что некоторым женщинам действительно нужна гормональная терапия, даже несмотря на эндометриоз. Возможно, здесь безопасно использовать эстрогены с тибулоном, но тут нужно делать и женщин после хистерэктомии и без нее. Единственное, не надо использовать прогестероны у женщин после гистерэктомии, но эндометриоз может быть исключением в данном случае для прогестеронов, потому что, да, конечно, здесь есть опасения, что может быть реактивация. К сожалению, отсутствуют качественные исследования, но есть комбинации, которые можно использовать для того, чтобы помочь этим женщинам. Какие у нас еще есть вопросы? Женщины с метаболическим синдромом и сердечно-сосудистыми рисками, то есть обычно возрастная группа 50-60 лет, можно ли начать назначать низкие дозы трансдермального эстрогена и микронизированного прогестерона, если альтернатива неэффективная? Антонио, может быть, тут вы должны ответить на этот вопрос? Да, конечно. Это очень важный, интересный вопрос. Потому что, очевидно, часто у нас бывают такие женщины, и тут, конечно,
У нас нет достаточного количества возможностей в руках, но ЕМАС рекомендует использование гормонов в этом контексте, и это может помочь снизить резистенцию инсулина для того, чтобы снизить метаболический синдром. Но даже больше, если мы используем трансдермальный эстрадиол и микронизированный прогестерон, то это на самом деле намного лучше, потому что мы знаем, что прогестины, есть разница между ними в зависимости, то есть они, у них есть совместимость с другими рецептами. И если мы думаем про рецепты глюкокортикоидов, то но в данном случае не используется, скорее всего, прогестерона, то есть, может быть, это может быть вариант лечения этих женщин, помочь им справиться с метаболическим синдромом. Это хороший вопрос, и хорошо, что у нас есть ответ на него. Спасибо, Антонио. Елена спрашивает, где мы можем получить полную версию документа, где описаны критерии подходящих пациентов для менопаузально-гормональной терапии. Что вы имеете в виду именно вот под полной версией? Может быть, вы можете нам написать, какая именно бумага, с какой именно документ? То есть, что единственное я могу сказать, если вы входите в ЕМАС, то обратитесь, пожалуйста, туда, и там у нас есть документ на 100 страниц, документ, и вы там можете найти все необходимые материалы, в которых описывается менопауза у специалистов, там постоянно все обновляется. То есть, возможно, вот этот документ может подойти, и всегда можно на нашем сайте этот документ получить. И еще один вопрос от Манджу Навани. Трансдермальные эстрогены с норетистероном, то есть комбинированный путь, можно ли их назначать менопаузальным женщинам, у которых диабет и у которых гиперлипидемия? Трансдермальный НЭД – это инсулин нейтральный, и мы не повышаем триглицериды, и мы снизим липиды. Тони, это, наверное, вопрос к вам. Если у женщины метаболический синдром, гиперлипидемия, диабет. То есть можно ли все равно менопаузальную гормонотерапию назначать? Я думаю, это вопрос профессору Антонио Кана. К сожалению, на настоящий момент у нас нету трансдермального норетистерона. Мы его не используем, и если мы говорим про женщин с менопаузальным метаболическим синдромом, если мы понимаем, что оральная менопаузальная терапия, например, с дидрогестагеном, может быть полезна с точки зрения метаболизма глюкозы и липидного метаболизма, если у женщины нет противопоказаний по менопаузальной гормональной терапии, ожирение, например, и гипергликемии, нет повышенного риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. В этом случае мы назначаем эстрадиол в нашей стране, но, конечно, если мы говорим про триглицеридемию, то в этом случае мы стараемся использовать трансдермальные эстрогены с микронизированным прогестероном. Если мы говорим про повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, мы стараемся избегать менопаузальной гормональной терапии. Но я бы тут хотела спросить профессора Антонио Кана, насколько это возможно. Да, он же у нас эксперт по этим вопросам. Антонио, хотите что-то добавить к тому, что Тони сказала?
Нет звука. То есть он предотвращает метаболическое влияние. И я думаю, что это очень интересный момент. И на самом деле мы опубликовали несколько лет назад информацию по этой комбинации, и результаты были абсолютно нейтральными. Да, спасибо, Антонио. И я вижу еще один вопрос. Спасибо за это замечательное суммирование. Я бы хотел спросить про менопаузальную гормональную терапию для пациентов с аутоиммунными заболеваниями. Про спондилит речь. Тут я должен сказать, что у нас не очень хорошие доказательства. Если мы говорим про системную волчанку, то действительно эффективность и безопасность комбинированной гормональной терапии, если мы убираем таких пациентов, сейчас проводятся исследования по этой теме, рандомизированные исследования. Это очень сложная ситуация в любом случае. Я бы сказал, что нужно использовать гормональную терапию, если там действительно очень серьезные симптомы, и если действительно негативные, например, антифосфолипидные антитела, если положительные антитела у этих женщин, то тут надо очень осторожно оценивать использование гормональной терапии и оценивать риск сердечно-сосудистых заболеваний и тромбоза. Да, можно, если очень серьезные проблемы, но необходимо, конечно, очень быть осторожным. Мы задали уже вопрос по дислипидемии. Всегда ли необходимо назначать антикоагулянты, такие как аспирин, для предотвращения тромботических явлений? Я просто не знаю, Антонио с нами или же еще до сих пор. Может быть, вы хотите ответить? Я бы сказал нет. Там есть только очень специфические случаи, когда вы назначаете аспирин, но это не то, что нам нужно регулярно, обязательно комбинировать с гормональной терапией. Мы вас слышим сейчас. Я полностью с вами согласен. У нас нет сейчас данных, которые бы поддерживали использование аспирина в сочетании с менопаузальной гормональной терапией для того, чтобы снизить риск тромбоза. То есть данных таких нету, потому что в данном случае тут наоборот, от аспирина может быть больше рисков, чем преимуществ. Я думаю, что это очень важный момент. Спасибо, Антонио. У нас, к сожалению, с вами есть небольшая проблема с предыдущим вашим ответом из-за связи. Вы не могли бы кратко повторить ваш предыдущий ответ, прям вкратце? Да, я хотел прокомментировать исследование, которое было опубликовано. Прерывается звук, не слышно. То есть сочетание эстрадиола с неэстрадиолом назначается трансдермально. У нас есть еще один вопрос. В Великобритании мы используем шкалу оценки рисков сердечно-сосудистых заболеваний, и на каких уровнях мы не назначаем гормональную заместительную терапию. Еще раз хочу сказать, у нас нету абсолютных каких-то показателей. Вот то, что вот всегда правильно для медицины. Тут мы говорим, если у нас низкий сердечно-сосудистый риск,
то вы можете попробовать все, если нет других противопоказаний. То есть если вы в шкале промежуточного риска, то вы можете использовать трансдермальный путь. Если у вас высокий риск, то вам тогда, может быть, стоит избегать гормонозаместительную терапию и использовать что-то другое. Если только вы не знаете точно, что вы можете как-то сбалансировать этот риск, я не очень знаю эту шкалу, Антония. То есть я думаю, что хорошо бы попытаться ответить на вопрос не только с точки зрения именно оценки сердечно-сосудистых заболеваний, но и, может быть, еще и другие шкалы тоже. Вы бы хотели это прокомментировать? Я думаю, что профессор Кан уже не с нами. Хорошо, я думаю, что мы здесь ответили на все вопросы, и было очень приятно с вами общаться. Я не знаю, могу ли я сейчас как-то сохранить экран. Сейчас я попробую, и я бы хотел воспользоваться возможностью последних минут сегодня. Запомните, пожалуйста, что мы будем повторять эту же сессию днем, и я хотел бы вас пригласить на сайт EMAS, и вы там найдете отличную информацию обо всем, что мы тут обсуждали. То есть не теряйте, просто не пропускайте эту возможность и приходите на сайт 14-го Европейского конгресса менопаузы и андропаузы. Это международный конгресс, который состоится 3-5 мая 2023 года во Флоренции. И у меня есть еще вот большая последняя минутка. И я бы хотела сказать, что заметки по предыдущему, отрывки по предыдущему конгрессу доступные, начиная с сегодняшнего дня, на сайте Maturitas. То есть вы можете зайти и почитать их. Тони, может быть, прощальное слово от вас, поскольку мы заканчиваем нашу сессию. Уважаемые профессора, я бы хотела поблагодарить вас от всей души за от имени всех врачей, не только из России, но и от всего сообщества за активное участие. Они активно участвовали в нашем вебинаре, и были ответы от них. И я бы хотел поблагодарить за эту возможность вас и все общество, Европейское общество менопаузы, андропаузы, что мы смогли участвовать в этом очень важном событии, посвященном менопаузе. Спасибо вам большое. Спасибо, доктор Сметник. И спасибо, профессор Кана, и вам всем за участие. И еще раз хотел бы сказать, что мы будем повторять эту сессию для Европы. И я надеюсь, что вам понравилась эта сессия. Она была новая для EMAS. Это не традиционный вебинар. То есть мы тут выбрали такой топ-10 основных тем, попытались просто найти ответы для вашего вопроса, найти самые лучшие доказательства и сделали живую дискуссию в конце для того, чтобы вживую ответить на ваш вопрос. Спасибо большое. Надеюсь, встретимся еще в будущем на мероприятии Европейского общества на паузу андропаузы. До свидания. Спасибо. Здравствуйте все. Мы очень рады сегодня видеть вас здесь, уже больше 210 участников, и мы здесь для того, чтобы обсудить ваши вопросы на этой последней сессии. Итак, первый вопрос. Я думаю, что это надо к нашему гинекологу его адресовать. И вопрос.
в период после кесарево сечения, у которых была гистерэктомия и двусторонняя сальпингооборектомия, когда начинали гормональную заместительную терапию. То есть женщина после кесарева, и у которых была гистерэктомия, сколько нужно подождать, то есть когда надо начинать. Спасибо, Дмитриос. Я понимаю, что тут нет вопроса по лактации, потому что иначе это будет несколько иная ситуация. То есть поскольку мы не говорим про лактацию, то есть мы говорим про период после родов, там повышается риск венозного тромбоза, и я бы порекомендовал назначать как можно скорее, потому что у этих женщин, у них, как правило, низкий уровень эстрогенов, и таким образом понадобится примерно 2 недели для того, чтобы увидеть более четкую клинику. И после начала я бы, конечно, в первую очередь использовал трансдермальные эстрогены, потому что вы знаете, что это они очень нейтральны с точки зрения тромботического риска. И если мы тем более говорим про гистерэктомию, то есть трансдермальный эстрадиол, и в данном случае мы можем его назначить как можно быстрее, как только мы видим симптомы. Если же женщинам повезло, в том смысле, что у них нет сильных вазомоторных симптомов, то есть если на нас не давят симптомы, тогда мы можем немножко подождать, месяц, полтора месяца, и посмотреть. Да, очень разумный ответ, то есть трансдермальный путь, и затем ждем 2 недели до полутора месяцев, чтобы точно понимать, что все хорошо. Антонио, вы еще один интересный момент упомянули, связанный с кормлением грудью. Насколько я понимаю, там нет сейчас исследований по пути применения препаратов, но тем не менее интересно, что используют женщины, кормящие, и нет влияния на детей. То есть интересно бы услышать подход к именно кормлению грудью. Если мы говорим про ассоциацию с гормональными изменениями женщин, у которых лактация, то тогда мы должны сказать, что, наверное, нету там выраженных симптомов, и даже у женщин, которые сохраняют яичники, в этих случаях все равно гиперэкстрагенность. Если нет симптомов, я бы подождал. Но если у женщины была гистерэктомия, то в этом случае уже нет у нас яичников, и там уже нету их. И поэтому можно назначать, даже если она кормит. Но это редко бывает. Обычно, да, мы назначаем эстрадиол. Ну, то есть в целом это не проблема до тех пор, пока это никак не влияет на лактацию. То есть вот это тоже такой момент, который нужно обязательно исследовать. У женщин, которые хотят
пользоваться контрацепцией во время лактации. То есть, чтобы это не влияло на лактацию. Ну, то есть, я думаю, что мы низкие дозы используем и не должно влиять на лактацию. Но если есть риск развития проблем, я подождал бы. Спасибо большое, Антонио, за то, что поделились своим мнением по этому сложному вопросу. И очень трудно найти доказательства. И очень интересно было услышать ваше мнение. У нас есть вопрос с утренней сессии. Какие у нас критерии есть назначения андрогенов в период до менопаузы и после менопаузы? И какая длительность, какой препарат? Вот до настоящего момента у нас есть только один хороший метаанализ, который говорит, что основное показание по назначению андрогенов у женщин после менопаузы, если есть повышенная гиперфункция женского состояния, и в этом случае вы можете дать тестостерон, эсэдзел. И сейчас мало опубликованных доказательств, может быть, 1/10 дозы от того, что мы обычно даем мужчине, то есть как одну дозу, 3 раза в неделю, ну, то есть что-то примерно вот так вот. То есть есть доказательства, что... И в том числе можно использовать и для сексуальной гиперфункции у женщин. И у нас есть еще есть вопросы по использованию метформина у женщин после менопаузы. Нет с этим проблем, можно их назначать, если нет противопоказаний с назначением. И он метаболизируется почками. То есть нам нужно понимать, чтобы там не было почечной гиперфункции. Антонио и Тоня, у нас тут есть вопросы на русском и на испанском. Тоня, если вы нам бы помогли, если вы увидите, Тоня, вопрос на русском, помогите нам, пожалуйста, обсудите с нами. Да, конечно, большое спасибо. Да, у нас тут есть один вопрос на русском. И он посвящен пациентке. Ей 49 лет. У нее нет менструации. У нее нет выраженных вазомоторных симптомов. Но у нее есть нарушение сна, эмоциональная проблема, которая снижает ее качество жизни. И доктор спрашивает, можно ли назначить менопаузальную гормональную терапию, потому что эта женщина хотела бы, чтобы была менструация. Что вы думаете? Если эта женщина в переменопаузальном периоде, да, конечно, мы можем назначить гормональную терапию, и она... У нее будет регулярная менструация, но у нее нет вазомоторных симптомов, но мы знаем, что некоторые симптомы могут быть связаны, в том числе и с дефицитом эстрогеном, таким как, например, нарушение сна, и, да, какие-то проблемы с перепадом настроения. То есть, я думаю, в этом случае мы действительно можем назначить менопаузальную гормональную терапию для определенный период. И у этих женщин, да, будет в том числе и менструация. Спасибо, Тоня. Антонио, а вы нам поможете с испанским вопросом? Возьмете себя? Да, вот я один вижу. А доктора Мичато, и
когда надо назначать гормональную терапию у пациенток после дерэктомии. Но обычно, когда удаляют яичники, то начинаются симптомы, то есть где-то через 7-10 дней. То есть как только у женщины начинаются симптомы, тогда вы можете назначать лечение. Нет проблем. Ну, то есть вот как только появляются симптомы. Спасибо большое. Мы здесь можем увидеть. То есть есть много случаев, когда мы не можем использовать гормональную терапию, однако это действительно реальный вариант, который мы можем использовать. Вот сегодня утром мы обсуждали очень сложный случай, например, как системная волчанка, эпилепсия или другие заболевания. То есть если вы знаете, что вы делаете, если вы читаете документы ЕМС, то вы сможете помочь вашим женщинам, которым действительно нужна терапия. Я думаю, что в целом мы таким образом суммировали нашу сессию. Спасибо большое, что вы были с нами. Я сейчас сохраню экран. Момент. Но там есть еще вопросы. Да, я знаю, но мне кажется, что в основном мы на них ответили. Тут по тестостерону обычно нет у женщин, учитывая все эти проблемы по установке, то есть могут быть осложнения и трудно их убирать, поэтому нет такого опыта. Тут я бы выбрал гель, а не их. Так, я сейчас должен вам кое-что показать. Я предполагаю, что вы видите мой экран, да? Да. Пожалуйста, не пропустите возможность. Приходите на сайт EMAS. Вы сможете там почитать информацию и получить образовательные материалы. Вот здесь. И сейчас также очень хочется поблагодарить наш спонсор сегодня, Эббот, за синхронный перевод на русский, мандарин, португальский и испанский в этой двойной сессии, потому что таким образом получилось сделать этот вебинар доступным по всему миру. И хотел бы вам также показать документы Maturitas. И здесь вы можете почитать материалы предыдущего конгресса по менопаузе. Профессор Антонио был президентом и основным организатором этого конгресса. И я хотел бы с удовольствием вам объявить, что уже загружены материалы конгресса в Maturitas. То есть, пожалуйста, почитайте тоже. И, конечно, мы приглашаем вас на следующий конгресс, 14-й конгресс, посвященный менопаузе и андропаузе, который состоится 3-5 мая в очень красивом городе Флоренция. Рассмотрите, пожалуйста, этот вариант, чтобы все с нами обсудить. Я бы хотел поблагодарить профессора Антонио Кана за его вклад в этот двойной семинар сегодня, и также доктора Антонина Смитник за работу, которую они делают для Европейского общества менопаузы и андропаузы. Также я хотела бы поблагодарить вас всех за внимание. И я надеюсь, что у нас будет возможность увидеть вас снова.
на нашей следующей встрече. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. До свидания.